Всем привет, с нами снова Дмитрий, и мы проходим дальше игру Super Meat Boy. За красненькое мясо спасая розовенькое мясо. И в прошлый раз мы закончили прямо перед боссом, прошли фабрику соли. Так, пускаем. Да, это мы уже знаем. Так. Дальше. Так. Чё-то мне очень страшно два босса будет сейчас. Кацетан опять. Он всегда такой радостный. Оу. А это всегда злой. Ну, вот если это ребёнок. Так. Что это за... О боже мой, это какое-то мясо. Нет, это не мясо. Это же... Так. Вот всегда, по-моему, соль и еще и от говна спасайся. Опа. А если говно быстрее убежит, что будет? Говно. Да ёп! Говно, подожди меня. Ну блин, там надо как-то тогда посложнее. То есть... А он быстрее, говно быстрее формируется, чем мясо. Так. Ну тогда там вообще как-то перепрыгнуть. Ну вот, я уже опаздываю за говном. Черт, там надо еще разбежаться. О боже мой. Это будет очень ужасный уровень. Черт! Кто там эту кучку отложил? Дай! Так. Да, ну я, кстати, могу за ним повторять, а он всегда правильно делает. Ну, почти всегда я за ним, то есть... Ау! Так, надо запомнить, что там надо бежать. Да ёп! Ну блин, я опять слишком рано прыгнул. Он мне еще и пачкает, наверное, когда он бежит, за ним след остается. Да фак. Фак. Давай, догоняй его. Как он так его перепрыгивает? Ну вот, блин, и что-то... Так зачем я, кстати, так тороплюсь? Все равно, как бы, соль-то снизу поднимается, и я сразу же на второй этаж почти поднялся, то есть... Ну да, если вообще поднимусь туда. Поднялся, блин. Фига быстрое говно. Фига себе. Ясно. Ясно, почему надо спешить. Фига он быстрый все-таки. Нет, ну прыгай ты туда, прыгай! Прыгай, прыгай, нет! Блин. Ну,
Ну блин, а я быстрее, кстати, у него там уже даже был. Ау. Кстати, может здесь. Ну ладно, сейчас. Так, я так медленней. А, там надо как-то остановиться тогда. Ау, проскользил. Странно, что это вот этот вот человечек не скользит. Да ёп! Он мне не дал прыгнуть! Опять не дал прыгнуть! Он мне... О, боже мой. Зачем я остановился, вообще не знаю. Ну, теперь это точно уже проиграю. Ой, еще так торможу. Ну вот я сейчас не смогу запрыгнуть. Не, сможем. Ну да, но здесь я уже все. Ну прыгай ты уже. Как тормоз летит. Да, не успел опять. Блин, сложно, успеваем. Блин, ну я опять эту ошибку допустил. Я уже здесь отстал от него. Ой, боже мой. Стоит говно. Ну как он прилетел сразу сюда? Ну все, я здесь уже тоже умираю опять. Как-то он сразу залетает, у меня так не получается. Ха-ха, я обогнал его. Вот говно. Говно, блин. Ну как-то там... Так, ладно. Так, ну это не тот самый легкий уровень. Да уж, не самый. Фига, как он так сделал? Ой, блин, забыл про это. Ой, ну блин. Либо он меня остановил. Да блин, не смог остановиться. Ой, зачем я здесь остановился? А там забыл остановиться. Здесь надо запоминать, так понимаю, каждую деталь. Просто запоминаешь ее и выполняешь. Потом все. И потом все делаешь. Да блин. Там был слишком маленький разгон.
На перегонки? Ну блин, я опять там умру ведь. Я сейчас просто не смогу. Вот, я все, застрял опять здесь. А нет. Да! Да. Беги, 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 беги. Говно догоняет. Как-то он прыгает вот так вот. Ой. Ну, блин. Ну все, это точно проигрыш уже. Здесь я просто не смогу. Ну, вот каждый раз здесь его обгоняю, а вот на этом затуплю каждый раз. О, не ступил. А здесь ступил. О, есть, я прошел! Неплохо, это было неплохо. Опять говно. А, она соскальзывает. Нет! Ты испачкал! Я не знаю, что у тебя там, рука, клешня, но ты ее испачкал. О боже мой, бедная. Нет, бедная уже говно. Нет, нет! Нет. Давай, сбей его. Ну, до того, как он нажал кнопку, ты можешь его хоть раз ударить? Ну что ж, мы зато прошли хотя бы Chapter 3. И... можно погрустить за говно. Это, наверное, конец данной части. На следующую часть называется Ад. Начнем следующий тогда. Всем пока-пока.